Сообщалось, что пероральное введение экстракта семян финика в сочетании с инсулином оказывало антигипергликемическое действие по сравнению с одним только экстрактом семян у крыс с диабетом и могло минимизировать токсическое воздействие диабета на печень и почки у этих диабетических крыс. Хороший гликемический контроль был достигнут введением водной суспензии семян финиковой пальмы. Это привело к значительному снижению аж на 51% уровня глюкозы в крови по сравнению с нелеченной диабетической группой. Кроме того, сообщается, что он обладает защитным действием против диабетических осложнений, как для почек, так и для печени, а также для других органов. Водно-спиртовой экстракт листьев финиковой пальмы оказывал сильное ингибирующее действие на альфа-глюкозидазу и оказывал значительную противодиабетическую активность, превосходящую противодиабетическое лекарство акарбозу у крыс с диабетом, вызванных алоксаном.